Махачкале и других населенных пунктах республики несколько дней держится отрицательная температура и идет снег. В Махачкале пик снегопада пришелся на 30 января. В этот день плохо работал общественный транспорт. Улицы были засыпаны снегом. По информации Республиканского ортопедо-травматологического центра, в этот день около 90 человек обратились за медицинской помощью в травмпункт, получив травмы по причине гололеда. Дагестанские блогеры через социальные сети попросили водителей подбирать по дороге людей, ожидающих транспорт. Призыв был услышан. Многие автомобилисты подвозили замерзающих людей до дома или работы. Для кого такая погода только в радость, так это дети. Школьники, соскучившись по снегу, любую свободную минуту стремятся проводить на улице, играть в снежки. По причине обильного снегопада сутки не работал Махачкалинский аэропорт. Однако крупных коммунальных аварий в столице Дагестана удалось избежать. По данным Дагестанского гидрометцентра, пик морозов и снегопада прошел, но до 10 февраля ожидается выпадение снега и морозная погода.